Я только учусь. Че? Ты тоже ждешь соперника? Долго. Долго? Я так думаю, народ устает. Результаты больше. Средние падают и катают вату, да? Чем ближе к вечеру, друзья, тем народу все меньше и меньше даже на разминочных мишенях. Вот Антон Гречишкин. Начал хорошо, а закончил. Ты уже закончил или продолжаешь? Я закончил. Я проиграл финалисту. 6-4. Игра дивизионе, была хорошая. Да? Да, вообще классная игра. Вот. С кем играл ты? С Изотом. Финалист. Понял. Вот. Нормально. Игра, но немножко не повезло. Я отдал свое начало и... Привет. Вот и все закончилось. 6-4, да? Не отдавайте свое начало, друзья. Иначе все закончится для вас. Так, друзья, ну что, у нас очередное включение. Ну что, Женя Бородатый, чем порадуешь? Как сыграл? Проиграл. 4-6. То есть, значит, я теперь буду не с тобой. Хотел я с Бородой сыграть. Матч-реванш хотел за Урфой с ним. Сразиться. Нифига, видите, как судьба нас отталкивает. Пойду играть с Антоном Колесовым. Два выходца из дивизионов теперь будут. Антон за 10 дротиков закрывает. Да, вот видите, Антон, говорят, за 10 дротов закрывает. Хана мне. За 11. За 11? Вот 10, получается, Горбунов, Колесов, Алдошин, Самошкин. Сейчас, наверное, там будет. Абухов и Зотов уже вышли. Во, как быстро играют Рома. Красавцы, не то что мы, тормозим все время. Время на часах у нас, друзья, 9:30 местного, московского. А мы все еще даже не добрались до полуфиналов. Вот так вот форс-мажоры из-за того, что переехали на новое место. Немножко все затягивается. Все, раз Вадим сказал, идем в том зал. В красный зал, где все раскалено просто до красна. Шевель, Озеров, Горбунов, Хохряков, все те же лица. Ты еще в игре, Виталий? Красавчик! Идет на финал. С трудом, ребят, вообще обыграл Антона Колесова. Давно мы с ним не играли. Я помню, последний раз наша встреча была на Кубке России, по-моему, до 3 побед в позапрошлом году. Даже не в прошлом, он в армии уходил, вот еще перед армией, когда. Вот там он меня разделал, вообще, конечно, сухаря мне влепил. И вот сейчас посмотрим, получается, Хохряков на Изотова выходит, а я выхожу либо на Алдошина, либо на Самошкина опять. Вот такая вот интересная у нас тусовочка. Все те же лица, похоже. Изотов, Хохряков, Горбунов. Единственный, кто изменился. И Самошкин, скорее всего. И Самошкин, скорее всего, да. Опять все те же лица, нифига себе. Так что, видимо, первый тур был не случайен в виде тех, кто попал в полуфиналы. Такие вот, друзья, интересно, у нас пироги здесь. В смысле? Чуть-чуть подлиннее. У тебя же стандартные 26 мм. Да. Я не хочу ничего. Я вот подлиннее поставил. 36 или 38. Ты родные выкинул, да? Да. И что, как тебе, почему ты к этому пришел? Я поставил 38, не зашло. Вот 36. В смысле, не зашло? Там ты раз. Видишь, что результаты не да, попадаешь, да? Я вот смотри, вот я вел статистику, играл я против... бота 6 уровня, да, вот дартс-калькулятор, играл я вот такими вот перьями, да. Харусами, пластиковыми, дротиками, в принципе, такими же я кидал. Тоже ассасины 18 грамм были. Средний набор 70-73, на 50 легов я играл. С ботом? Да. Так. Ну, там то выиграю, там то мог проиграть, там вообще там 10-15 легов зацепить. Угу. Потом я просто вот эти перья поменял на эти амазоны, лопухи большие. А, ну, ну.
У меня средний набор на где-то 5 на 7 очков больше стал. Также 50 лагов играл. Да, я то же самое, как бы я никаких тренировок дополнительных не делал, просто начал играть. Угу. То есть сейчас я вот эти вот на Black Eyes перешел, дротики, уже получается 2 года играю. Вот. И иглы обычные были. Угу. Поставил вот такие вот. Ну, они похожи на это, вроде Андерсона. Угу. Насечки. Ну, насечка, она больше, да, как бы контроля держишь. И то я даже не контролирую иглу. У меня в основном хват идет на 2 пальца. Ну, ничего, потом, тут тоже потом я начал, да, потом я начал играть с хвостовиком. Шоты ставил. А, вот они шоты, а те ультрашоты. Вот ультрашотами играл. Шоты это в смысле короткие? Да, средние. А, средние. Медиумы, шоты. В Тюмени разговаривали всякие ультрашоты. Вот, на ультрашотах я играл. И вот когда онлайн начал играть, я играл этими Винмао, вот сейчас, который этого Ван Герван начал дротики, там перья, хвостовики выпускать. Вот, я на тех лопухах играл неплохо. А потом начали что-то в группе там переписку по поводу L-стайла. Ну, попробовал, заказал там один комплект. Угу. Начал играть, реально просто совсем вот разница колоссальная просто. Контроль цифры, дротика. Да, вот эти? Контроль дротика, полет совсем другой. Ты реально ощутишь это сразу. Угу. Ну я заказал сразу, получается, хвостовик и L-стайл. Но они покороче. Угу. Они вроде как шоты, но они чуть-чуть короче. И перья. Начал играть, а потом. Что-то нет. Ну, вот, ну, после Нового года у меня не летело вообще. Понятно. Я просто поменял. Алдошин вышел, игра закончилась. Я поменял сейчас. Играйте, да? Все, погнали. Куда ты? Причем там? Вот меня судья зовет. Все. Спасибо, Жене, за консультацию. Пойдемте играть в полуфинал. Какой полуфинал? Ну, я пробую так. Ну все, сейчас судья вписывает последние фамилии на сегодня. Второй тур наконец-то близится к своему завершению. И что бы вы думали? Лица все те же на манеже. Изотов против Горбунова. Очередной матч между двумя этими игроками. Финал второго тура. Где Женя? Женя еще не пришел, а я уже здесь. Я уже здесь. Это что ж такое? Не надоедает одно и то же подряд играть? Пока нет. Зрители там негодуют. Говорят, за что мы деньги платим? Почему все время одни и те же в финале играют? А это все Виталя виноват. Он сидит тут. Промазал по даблам. Ты сколько раз попыток сделал? Много, да. Это изотов. Даблы, ребята, даблы решают. Все, Женя пришел. Начинаем последний матч. Сделать памятные фотографии. Я тебя искренне поздравляю. Какой вообще дебют на сегодня. Все, друзья, наконец-то и закончился второй турнир этого игрового дня. Все. Все мишени погасли, все, идем переодеваться и баиньки отдыхать завтра в 9 утра, в такую рань, кошмар. А на часах у нас 12 ночи местного. Вообще мало времени выспаться. Так вот. Но зато две победы у нас, уже хорошо. Санек сейчас подумает, да, в следующий раз слон будет первым. Завтра. Согласись, легкотня. Вообще. Знай, в даблы накидывай, да и все. Делов-то. Да ладно, шучу я. Конечно, нелегко было. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Все, друзья, на сегодня все, конец первого игрового дня. До встречи завтра в следующем видео.